толчок. И этот толчок. Удар, вот смотри, это толчок. А вот это, видишь, я ее руку свободно кидаю. Это уже удар. Это толчок. А вот это удар. А если я теперь выравниваю вот это, и нога у меня выравнивается, и я возьму прямую. Видишь? Ну я ударил, этого мне мало. Я не успеваю зачистить. Я же не успеваю зачистить. Один удар или вот примерно так. Вот. Иди сам упал.
Я хочу ее взять. Возьмите. На ринге. Если на ринге, то ну что, иди подставляй зубы и нос. Хорошо, конкретизирую. Да. Значит, стычка, ну, к примеру, на физическом уровне, значит, короткий, мощный, без переноса массы тела, вот боксерские удары, вот они, круговые. Ну, это то есть он тебя где-то в углу или поймал на работу, без переноса всё. Тела, как его взять, значит, вот короткий удар? Задача ясна, вопросы, задача. Поставлю. Значит, я пару раз смотрю, большая подготовка, мне нечем согласоваться. Подожди. Вот насколько вы не хотите думать. Я сделал несколько движений отхода. Что ты сделаешь? Что лежишь за мной? А я упаду. И ты через меня упадешь. Ты умеешь падать. И ты упадешь. Я тебя тут это зацапаю. Естественно.
Я ж почему и спрашиваю, насколько вы в состоянии мыслить? Еще вопрос такой. Всегда, если есть возможность, физическую подготовку иметь, это необходимо. Но физическая подготовка, она должна быть уместной. Пропорционально. Если вы закачаетесь, то у вас удара не будет. Если закачаетесь, у вас удара не будет. Если вы гармонично будете развиваться, и удар, и пластичность, вы получите гармоничное состояние в своей работе. Еще вопрос. Отвечу вам. Вам 70 лет, вы будете растяжку делать. Вы сейчас видели, я буду голову когда бить, когда у меня горло его будет лежать под моей ногой. То есть вы видели, я растяжка, а если у вас есть растяжка, то вы это можете диапазон растяжки. Она не вредит, но вы когда устанете,